Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это устройство OnePlus Nord N100. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить показ заряда аккумулятора в правом верхнем углу. Итак, вначале мы открываем приложение настройки, затем открываем экран, после чего спускаемся вниз и выбираем строка состояния, затем нажимаем показывать заряд в процентах. Отлично! У нас теперь включен показ заряда в процентах, и мы видим, что у меня сейчас 46% заряда. Что ж, спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!